Варенье богато пектинами, веществами, которые содержатся в свежих и переработанных фруктах. Для организма они хороши тем, что связывают и выводят вон вредные химические соединения. Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только сделать фигуру стройнее, но и существенно укрепить здоровье. Особенно полезны в сезон простудных инфекций такие варенья, как облепиховое. Облепиха сохраняет витамин С даже при нагревании. Варенье из этой ягоды – замечательный природный антиоксидант, ведь витамин С в облепихе очень много. Помимо этого, яблоки облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме. Клюквенное. Варенье из клюквы полезное сердечникам и людям со слабым желудком, нерегулярно питающимся. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка. Из черноплодной рябины. Рябиновое варенье успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение. Сливовое. Слива – один из тех немногих фруктов, которые сохраняют полезные вещества при переработке. Особенно полезна слива для тех, кто страдает от проблем с сосудами. В ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина П, укрепляющими стенки сосудов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Это помогает развитию канала и созданию новых видео. Спасибо!